Добрый день, дорогие друзья-подписчики и гости моего канала. По названию вы уже поняли, что речь пойдет о крупных розах. Очень приятный барашек в этом году получился. Немножечко уход за розами, подкормка, и они такие хорошие, крупные, здоровые получились. Посмотрите, какие огромные цветы получились. Розы цветут второй год. Написано по 11 сантиметров, но они такие огромные, там все 14. Это розочка конкурс Лепине. Вот так вот она начинает открываться. Это розочка 1,5 метра. Я ее все равно посадила в большой цветочный горшок. Буду ее здесь выращивать. У меня вот этот поля Эсперон второй год здесь растет. Посмотрите, сколько бутонов у него. Вот эта первая розочка там отцветет сейчас. И вот это вот. Я хочу сказать, что в горшках можно запросто выращивать розы. Их надо подкармливать, когда они второй год у вас в почве находятся. Их нужно подкармливать. Я подсыпаю весной
удобрение длительного действия. Полив происходит дождем. Если неделя сухой погоды, мы поливаем немножко. Эта розочка сейчас расцвела. Herz Ass. Очень-очень пахучая. Пахнет очень хорошо. Ну вот, моя первая любовь, Горгеус, расцвел. Конечно, после этого я Геофирея нашла и посадила. Но все равно, пока не нашла Горгеус, не успокоилась, потому что хотела эту розочку у меня в огороде иметь. И вот он так расцвел. Розы Дайнгайт. Она открывается, и пара лепесточек вот так остается с завиточками. Конечно, под конец она совсем открывается, но она долго-долго вот такая красивенькая, светящая у нее серединочка. Долго держится красиво. Она и в прошлом году хорошо цвела, в первом году. Теперь второй год. Монтана. Фюрлизе. Нюклучидас я немножко убрала, розы отцветшие. Облегчила его, он не такой вялый. Розочка Шлосс Эппенбург. Очень красивая. Крупная. Но я вам скажу, что она хорошие 3-4 дня красивая. И потом не успеешь ее сфотографировать. Видите, она вот уже вся открылась на солнышке. Эпимпрессион. Он немножко выгорел, желтенькое было у него. Я все сомневалась, что у меня депимпрессион. Вот это его бутон. Точно это его. Это никакого пересорта нет. Он просто немножко меняется. Вот этот сорт.